Молодые люди, если вы сейчас кушаете, либо вам просто неприятно смотреть на голову 110-килограммового мужчину, перемотайте этот ролик на 30 секунд вперед, либо, не знаю, выключите. Всем привет, меня зовут Ильдар, мне 29 лет, и вот так я выглядел полтора года назад. Показал бы я эту фотографию при каких-то других обстоятельствах. Возможно, если бы я достиг своей цели и, наконец, похудел до килограмм 80. И, знаете, это был бы отличный мотивирующий ролик о том, как молодой, перспективный, когда-то жирный видеоблогер поборол свою лень и стал, наконец, на путь истины. Перестал жрать бесконечное количество углеводов, кушает сейчас разные овощи, баклажаны, вишню. В общем, все полезное, а не полезное не кушает и выглядит как Брэд Питт в 25 лет. Хорошая у меня самооценочка. Зачем я вам показываю эту фотографию? А за тем, что на прошлой неделе весь интернет меня отменил. Лен, отмену сделай! Левостороннее движение интернета меня полностью отменило. Все, я отменен. Приятного Эльдара больше нет. Никто его не смотрит. Ноль просмотров. Все. Ты до сих пор не понимаешь, о чем речь? Я тебе расскажу. Начнем по порядку. ВКонтакте есть такой паблик под названием «Кости блогеров». Админам в рот давал конфету, понимаете, не конфету. В общем, очень странный паблик, который публикует постоянно про публичных личностей, либо дезинформацию, либо предположения подписчиков о том, что происходит в личной жизни видеоблогера, артиста и кого угодно. Чаще всего это полнейший бред каких-то завистников, ну, как мы знаем, самые преданные фанаты — это хейтеры, которые просто следят за каждым твоим шагом и почему-то им не дает покоя твоя жизнь. Вот в один момент в этом паблике начали появляться посты про меня. Ну и сами понимаете, не самого лучшего характера. В общем, не лень все это искать, если вам интересно, можете полистать этот паблик и, собственно, наткнетесь на эти публикации. Короче, не суть. Самая главная публикация осталась, но немножко подтерлась, благо телеграм-канал, который копирует официальный паблик, там ничего не подтерлось, и я зачитаю, собственно, пост. Заголовок. «Приятный Ильдар снова высмеивает женщин. Постоянно высмеиваю женщин. Снова высмеиваю женщин. Хожу по улице и говорю: ха-ха-ха, жирная пошла». В интернете что ни пост, то высмеивание женщин. Постоянно то в Инстаграме, то ВКонтакте, то в Телеграме, то на Ютубе. Нечем мне заняться, женщин я высмеиваю. Поехали. При этом Ильдара часто обвиняют в мизогинии. Загуглю специально. Мизогиния. Ненависть, неприязнь, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, девушкам, девочкам. Мизогинист — человек, которому свойственна мизогиния. Соответственно, человек, который не любит женщин. Ну, это факт, да. Женщин постоянно луплю плетью, кочергой, что в руку попадается по улице, как всегда иду. Естественно, чем я занимаюсь, только хожу по улицам, камни швыряю в женщин, ну и прочие тяжелые предметы. При этом даже часто в мизогинии, в фэтшейминге и токсичном контенте. Ведь он часто высказывается категорично в сторону женщин, которые, по его мнению, имеют лишний вес. При этом сам Ильдар весит 100 килограмм, но почему-то все женщины на планете должны быть худыми. У меня есть телеграм-канал, ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь, вы пропускаете невероятный контент. Значит, девочка какая-то, моя очень сильная фанаточка, такая роднулька моя, сделала вот такой невероятный коллаж, просто скриншот из моего какого-то ролика и пост из моего телеграм-канала. Давайте я вам покажу для начала сам пост, где был прикреплен видеоролик весь из ТикТока и мой комментарий к нему, из которого девочка, значит, сделала скриншот и выложила в паблик. Мой комментарий. Не знаю почему, но подсознательно неприятно смотреть. Не осуждаю, хай шу хочет, снимает, но визуально отчет вообще такое. Чё думаете, какой скриншот берет эта девчонка? Внимание! Просто кусок фигуры. То есть подмышки, целлюлит и прочую историю она пропускает. Я высказываю свое мнение. Мне субъективно неприятно смотреть на волосатые подмышки. Можете меня осуждать, сейчас писать, что хотите. Сам я брею подмышки, брею еще кое-что. И считаю, что
В принципе, это как минимум не гигиенично, потому что, ну, пот воняет, люди нюхают, зачем? Если можно побрить аккуратненько, сделать, помазать, пошел, все хорошо. Ну, естественно, это, конечно, ваше дело, хотите, брейте, хотите, вообще, мне плевать, короче, как я и написал. Но скриншот у нас такой, типа просто фигура девочки в теле. Если бы там просто была вот девочка в теле стояла, я бы ни слова не сказал, мне без разницы тем более. И никакой бы пост я не писал. Но, как говорится, фэтшейминг — токсичный контент. Высказывается категорично в сторону женщин. Как бы пруф, высказался категорично. Супер. Ну и дальше был написан просто какой-то несусветный, несуразный бред, который к теме ролика не относится, поэтому, может быть, разберем в другой части. А пока вернемся к отмене в ТикТоке. Наши прогрессивные зумерки. Девочки, которые ненавидят мужчин, считают, что эти угнетатели должны жить где-то в подвале. Девочки, которые обижаются на все, начинают, внимание, снимать ТикТоки. И давайте же посмотрим лучшие из них. Забыл еще очень важную вещь. Вот, была прикреплена моя фотография с фотографиями полных женщин с показа, где был мой комментарий. В Майами прошел показ дефиле Sport Illustrated с плюс-сайз-моделями. Объективно мне абсолютно плевать, кто как выглядит. Я постоянно об этом говорю, но неважно. И кто сколько весит, личное дело каждого. Но мне кажется, пропагандировать подобное не есть хорошо. Здоровое тело, подтянутое тело, а не вот это вот все. Здесь я все сказал, даже комментировать не буду, и так понятно. Если вы человек хороший, адекватный и смотрите мой канал. И фотография для сравнения, что я жирный. Знаете, такое ощущение, будто бы я просто выкладываю постоянно свои жирные фотографии в Инстаграм, в ТикТок, в Телеграм, на Ютубе себя жирного показываю, снимаюсь без майки, чтобы люди смотрели, им хотелось блевать. Да, именно так я и делаю. Но если мы полистаем мой Телеграм-канал снова, то мы увидим пост, сейчас секундочку, где я выложил две фотографии вместе, когда я показал, что я похудел уже до 90 килограмм, вот я, а вот прошлый год 108, а здесь 89. Фотография до-после, скажем так, зарядить подписчиков моего Телеграм-канала, людей, которые случайно на него наткнуться не могут никак, потому что я его рекламирую в своих социальных сетях типа Ютуба, Инстаграма, это максимально заинтересованные люди в моем контенте, понимаете, вот. И я как бы показываю свои результаты. И они пишут «молодец», либо не пишут «молодец». В общем, возможно, кого-то это может как-то вдохновить. Но, как говорится, мы будем сравнивать фотографию, которая была использована для мотивации, с тем, что я просто обсед... Ну, понимаете, насколько люди перевирают факты. То есть я просто высказал свое мнение, а меня выставили человеком, который постоянно на протяжении всей жизни унижает полных женщин. Что увидела эта подружка? Подружка увидела пост в Телеграм-канале, значит, Кости Блогер или ВКонтакте, неважно. Взяла эти скриншоты, не разобралась в ситуации вообще и сняла ролик «Какой я ужасный мизогинист и человек, который ненавидит женщин». Я пока все это говорю, просто гуглю никнейм этой подружки для того, чтобы зайти и почитать комментарии. Фак Дре, господи, какой никнейм, блять. Я наблюдаю за всей питерской тусовкой, по-моему, Эльдар единственный, кто вообще ментально не развивается. Я вообще не развиваюсь. Скажу честно, я был в школе намного умнее, я тупой. Из их тусовки по принципам вырос только Юлик, и то в некоторых местах противно слушать, но он сразу говорит: ребят, это шутка, всех люблю. Понятно, давно вы не смотрели мои ролики, люблю. Короче, комментарии какие-то, когда человек смотрел мой последний видос в 2017, он такой: я не смотрю, но буду делать выводы, нормально. Он себя видел вообще? Ну, как бы видел, видел. Девушка права. Ясно. Ультра смешно заявление про подтянутое тело и его фото рядом. Написал какой-то кучерявый мальчик, который, естественно, меня не знает, либо, может быть, видел одно видео в интернете, увидел скрин и сразу в него поверил, чтобы вы понимали, насколько легко манипулировать мнением людей. В общем, ТикТок меня очень сильно порадовал, конечно, в этом плане. Также меня порадовал еще один молодой человек, наверняка LGBTQGN+friendly.
Ну, вы сейчас поймете по его внешнему виду, мы, конечно, тоже никого не осуждаем, но хотим послушать, что скажет про меня этот паренек. Ребят, это просто какой-то смех, знаете, я без ухмылки на лице, блядь, даже просто не могу прокомментировать эту ситуацию. Ну, попробую. Знаете, я никогда не смотрел «Приятного Эльдара», но всегда у меня была какая-то нейтральная позиция по отношению к нему. Типа, мне он ничего плохого не делал, меня он никак не задевал, поэтому че его не любить? Ну так и че ты меня не любишь, братик? Я-то тебя как задел, дорогая моя. Да, реально, я вот сейчас подумал, братик или дорогая, ну ладно. Ну и как бы любить причин его тоже не было. Но недавно наткнулся на его телеграм, в котором он просто пиздец, как регулярно обсирает тела других девушек. Постоянно, регулярно обсираю тела женщин других в моем телеграм-канале, ссылочка на него в описании. Типа, та слишком полная, у этой тела вроде бы нормальное, но дряблое, с солидом ненормально выглядит, ну не привлекательно. И знаешь... Каждый раз я говорю о том, что ваше дело, как вы выглядите, но когда ты жирный, это нездорово, целлюлит смотреть неприятно, ну и в принципе всю мою позицию по этому вопросу вы знаете. Все люди, которые когда-то были полными, меня поддержат. И скажут, что они сбросили вес, стали чувствовать себя лучше, самооценка взлетела. Ну, если они правильно сбрасывали вес, они начали голодать, там заработали себе расстройство пищевого поведения. Жизнь поменялась. Жизнь другая. И когда я говорю про целлюлит и про ожирение, я действительно говорю вот про, ну вот знаете, вот, вот такое, не типа девочка вот с таким телом, если бы она просто выложила вот такой видос без своих подмышек, вот этой вот штуки на ноге, вот это все, вот знаете, показать прямо все свои как бы не идеальные стороны, мол, посмотрите, мы должны любить себя такие, какие... Люби. Мне не показывай, пожалуйста, спасибо. Люби, но мне не показывай. Все. Я не буду ходить по улице и тыкать тебя пальцем, что у тебя не бритые ноги, если я увижу. Я не буду тыкать тебя пальцем на улице, потому что у тебя не бритые подмышки. В голове-то я подумаю, а... Да, как-то не очень, но, наверное, это ее дело. Когда ты становишься лучше, хочется сделать лучше других, ребята, вот так вот. Так вот, если бы это было просто, знаете, ну, девочка в теле, у нее такие аппетитные формы хорошие, вопросов нету, это красиво. Но конкретно на этом видео я увидел подругу, которая пытается мне показать свои подмышки, свой целлюлит и вообще какие-то вещи, которые мне не очень приятные. Я листал ленту ТикТока, а мне показывают волосатую подмышку. Я решил этим поделиться со своими подписчиками и спросить их мнение, все. Ну если реально люди, вес которых подходит к экстремальному, там вес 130, 140, 150 килограмм, ну если ты, конечно, не 2 метра ростом. И вы хотите сказать, что это нормально, вы хотите сказать, что это здорово, здорово. Ну если так, ваше мнение, без проблем. У меня немного другое. Кто от этого хуже, вы, я не знаю. Это мнение, как оно повлияет на меня и на вас, я тоже не знаю. Я просто его высказал, вы выслушали, вы высказали свое мнение, я выслушал. Пошли дальше, все. Знаете, что самое смешное? Знаете, что самое смешное? В этом все. То, как сам, блядь, он выглядит. Как? Я прикрепил фотографию, в котором его животик пивной, понимаете, грудь такая хорошего третьего размера. Что как бы знаете... Ну, грудь такого хорошего третьего размера. Что как бы знаете, блядь, ну, объективно... Ой, бля, какой неприятный чел, сука. Ну, объективно неподкачанный. Знаете, это... Объективно неподкачанный. Да в чужом глазу соринку увидишь, а в своем и хуя надроченного не заметишь. Я заметил надроченный хуй в твоей жопе. Это самое главное. Ладно, я перешел к нему в сторис. Человечек, вот такой вот. Мы ничего не осуждаем, за внешний вид, может, он так хочет, да? Это фотка до и после. Я выгляжу сейчас по-другому. Вот эта фотография, там, где я похудела до 90, сейчас я где-то, ну, 95, может быть, вешу. Чуть-чуть поднабрал, расслабился, так сказать. Но вот эта фотография, это мой критичный вес. Вы можете посмотреть даже по лицу, тут щеки уже, вот все, они уже просто не влезают никуда, я весь отекший. И то вы должны понимать, что мышечный корсет присутствует. Я занимался всю свою жизнь, и я этот вес, ну, согнал там, типа, за месяца полтора, наверное. Живот после объедания тоже торчал дико, то есть уже буквально через 3-4 дня у меня немного по-другому тело выглядело, потому что ушла вода и сошел отек, все. Но для контраста у меня тогда было еще и плохое настроение, специально сделал такую фотографию. Ну как он себе позволяет, блять, осуждать других девочек в своем телеграме, блять, что одна там, понимаете, слишком толстая, я говорю прямым текстом.
где ты прямым текстом видел в моем телеграм-канале пост о том, что я говорю, что кто-то там слишком толстый? Скажи мне, пожалуйста, где ты это нашел? Чепуха разрисованная. Каким прямым текстом? Единственное, что я говорил, что я против пропаганды нездорового образа жизни, вот этой вот всей истории, все. Мне больше всего нравится вот в этих вот LGBTQGN+friendly людях, блять. То, что, как бы, когда ты, вот я, например, кого-то осуждаю, они потом очень спокойно меня начинают обсуждать, засирать, отменять, писать комментарии и прочая история. То есть ты, если мальчик и говоришь что-то на девочку, ты угнетатель, урод и кусок говна. Девочка — это угнетенная группа. Когда девочка на тебя что-то говорит, это все нормально, потому что угнетенная группа имеет полное право это делать, насколько я понимаю. И вот эти самые толерантные, прекрасные люди абсолютно спокойно высказывают потом какие-то гадости, пишут про меня. И здесь моя башка ломается. То есть, как бы, ладно, я хорошо, я угнетатель, мизогинист, сексист, ненавижу женщин, бью их палками, все остальное, но почему они себе подобное позволяют? Вы же такие правильные и хорошие. А, блять, понимаете, у них фигура какая-то, ну, дрябла, ну, извините меня, не привлекательно. Дядь, зеркало купить? Просто я ору, нахуй. Зеркало купить? Я не знаю, как это комментировать, какой-то фрик пытается научить меня жизни. Хорошо, спасибо, приняли комментарии, все сделаем, как сказал, братик. Ну и так как ролик завирусился, наши маркетологи, таргетологи, а также обиженные левацкие, видимо, администраторы пабликов, которые захотели быстро сорвать классов, все тупо по очереди начали публиковать вот эти высеры. Значит, мои фотографии, Беля лишь похожа на повариху из моей школьной столовой, Зинаида Михайловна, можно две котлеты, пожалуйста. Да, действительно, я такой пост писал, я считаю, что она похожа на повариху на этой фотографии. Делает ли это хуже Беля, лишь нет. Такой стиль мне напомнила на повариху, я ее никак вроде не оскорбил, все. Скриншот из видео, где были волосатые подмышки, целлюлит, какие-то покусанные ногти, они берут просто обычный скриншот, где я говорю, что это вообще такое, мне не очень приятно на это смотреть. Телеграм-канал любимый ППШ 18+, мерзость, может, с себя начнешь. Вконтакте паблик Girl Memes, не дали двойные стандарты Ильдар, но хочется сказать, что ВКонтакте немножко другая аудитория сидит, и спасибо ребятам адекватным, в основном меня там поддерживали, и это факт. Опубликовал этот телеграм-канал Слив без цензуры, какой-то телеграм-канал Блогомания, приятный Ильдар высмеивает женщин за их неидеальную внешность, в своем телеграм-канале он раскритиковал женщин, которые выкладывают свое естественное тело в инстаграм. Также он высказал против модели плюс сайз. Где я высказывался, сука, против моделей плюс сайз? И сказал, мне кажется, пропагандировать подобное не есть хорошо. Я не хочу, чтобы люди полные смотрели на это и думали, блин, ну классно, буду дальше жрать, буду жирным, а потом в 40 лет там от инфаркта миокарда умрут. Понимаете, как это работает? Я никому не запрещаю есть, я просто говорю про экстремальное ожирение. Телеграм-канал «Секс-мемы». Посты в телеге приятного Ильдара и его фотка. У пабликов по 800 тысяч подписчиков, по 2 миллиона. Овсянка 18+, гниды, ну вы-то куда лезете? Просто фото приятного Ильдара и его посты в телеге. Это Friendly Fire огонь по своим или как? Это плевок в лицо админу этого телеграм-канала, который, не разобравшись так же, решил просто словить бесплатного трафика. Органического. Так скажем, на бурлении говна. Прикольно меня выставлять просто каким-то имбецилом, который действительно ненавидит женщин. Хотя это естественно не так. Вообще, на самом деле, у меня есть минимальное представление того, каким меня видят девочки вот эти вот обиженные. Давайте посмотрим. Давай, целую тебя, моя страняшечка. Я поднимаюсь домой. Ночью буду. Давай. Я дома. Привет. Ты опять все на масле жаришь? С тонной жира? Я тебе уже говорил, я на детоксе. Корова. Чего и тебе советую. До смешного. Вот смотрю на тебя сейчас на фото, и какая ты здесь. Чего ты обманываешь людей? Ну, посмотри, как ты выглядишь. Ой, упала.
Ну подними. Хоть какая-то физическая активность тебе полезна будет. О. Че это? Иди сюда. Да? Мне Ефремов Серега отдал. Он килограммов 120 весит. Держи. Ты у нас оверсайзное животное. Носи. Да, супер. Чтоб у меня был зал и бассейн. Два в одном, грубо говоря. Все, спасибо. Ой, а я тоже хочу с тобой. Куда ты хочешь со мной? В бассейн или в зал? Какой тебе бассейн? У нас денег не хватит, чтобы тебя в бассейн отправить. Тебе цистерну, блядь, строить надо отдельную. Иди. Бассейн она захотела, блядь. Стройняшечка моя, что там? Что же ты мне прислала там, моя ненаглядная? Ты что, бока что ли у нее? Что произошло-то? Ты меня, конечно, извини, но с этими боками можешь кому-нибудь другому писать. До свидания. Какие бабы пошли, просто за собой не следят. То ли дело я. Молодые люди, кто досмотрел до этого момента, огромное вам спасибо. Не зря, так сказать, потели, сидели. Еще бы хотел вас попросить подписаться на мой инстаграм. У меня аккаунт сейчас в теневом бане. Я выложу этот скетч невероятный в инстаграм. Давайте поставим много лайков, подписок, комментариев. Мне это должно хотя бы минимально помочь. Возможно, инстаграм мой аккаунт как-то вытянет, собственно, из данной истории. Никнейм мой мастер Ильдар. Надо полностью ввести, чтобы поиск выдал, поэтому жду вас в инстаграме, ну а мы продолжаем ролик. Ну еще были различные источники, паблики, телеграм-каналы, где постили просто эту инфу бесконечно, мою фотку эту жирную, фотку там Беляя лишь эту женщину эту со скрина, девушек с показа, плюс сайз моделей. Есть же разные, понимаете, плюс сайз моделей. Есть действительно вот пышки такие, на которых смотришь такое, ам, хочу откусить. А есть уже, знаете, вот тесто передержалось, и оно вот сейчас уже вылезет за края. И тут-то, конечно, мое мнение немного меняется. Кусать не хочется, хочется его обратно как-то засунуть. В общем, я решил поделиться с вами этой невероятно интересной историей. Надеюсь, вы сделаете выводы. И когда будете видеть какую-либо информацию про человека в интернете, которая будет его как-то порочить, возможно, в каком-то негативном ключе, удостоверьтесь, что она действительно правдива. Не стоит верить каким-то сраным скринам в интернете. Имейте свое критическое мышление. Ну а сталкершам, девчонкам, которые следят за мной постоянно, я передаю привет. В принципе, это прикольный контент, вы мне делаете его. Также поднимайте мои охваты, потому что, как говорится, черный пиар тоже пиар, но мы-то знаем, что адекватные люди всегда будут на твоей стороне, а точнее, на моей. Судя вот реально по аудитории ВКонтакте, куда постоянно постили вот эти мои фотографии, ребят, спасибо вам. Там постоянно шла поддержка меня. Там были мои поехавшие сталкерши, которые постоянно спорили, что-то там говорили, какой я плохой и дурной. Но это не важно. Я вижу, что большинство все равно адекватной аудитории. Ну, в ТикТоке, конечно, там не большинство, но сути не меняет. Спасибо большое за просмотр. Думайте своей головой и подписывайтесь на мой телеграм-канал. С вами был, как всегда, я, Приятный Ильдар. Всем пока.